Граффити уральского художника за 2 дня лайкнули почти 500 тысяч человек. Он нарисовал портрет легендарного бразильского футболиста Рональдини. Спортсмен тут же запостил фото в своем инстаграме, и полетели лайки. Рональдини прибыл в Россию на пресс-конференцию к чемпионату мира по футболу. Отметил, что Россия хоть и болеющая страна, но вот бразильцы, они буквально живут футболом. Там за матчами и судьбами игроков следит почти каждый, а именно, по данным статистов, 80% населения. И сегодня мы заглянем в аккаунты уже прославленных бразильских футболистов и тех, кто делает свои первые шаги по зеленому газону. Футбол в Бразилии играет с 19 века. 2 столетия спустя он стал национальным видом спорта. Сборная страны была победителем чемпионата мира FIFA рекордные 5 раз, а футболисты там – народные герои. Автографы Пеле, лучшего футболиста 20 века по версии FIFA, до сих пор хранят как сокровища, а карточки с его изображением продают дороже золота – по 150 тысяч рублей за штуку. А после триумфа Луиса Назарио де Лима Роналдо, детей, родившихся в то время, практически поголовно называли созвучными именами. Но родители верили, что так притянут удачу к своему чаду, и его судьба сложится так же благополучно, как и у известного нападающего. А родители 6-летнего Марка Антонио из Сан-Паулу на удачу не надеются. Делают ставки на многочасовые тренировки. Их сын занимается футболом по 6 часов в день. И результат налицо, ну, скорее на ноги. Мальчик уже мастерски освоил финты Месси и Неймара. Вот посмотрите сами. Теперь он суперзвезда. Его приглашают в телеэфиры как местных, так и зарубежных каналов. А в инстаграме у него 220 тысяч подписчиков. Аккаунт ведут его родные. Но будем надеяться, что с возрастом он не потеряет страсть к футболу и добьется успеха, как и его кумир Неймар. Он, кстати, считается самым дорогим футболистом в мире. За его переход из испанской Барселоны во французский Пари Сен-Жермен заплатили 222 миллиона евро. А вот бывшему бразильскому нападающему Ромарио ближе общественная деятельность. Он будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро. 2 года назад бывший футболист по прозвищу Коротышка пытался стать мэром одного из городов, но позже снял свою кандидатуру, поддержав Марселу Кривеллу, одержавшего победу. На сей раз Ромарио будет представлять на выборах партию Подемос, от которой ранее был избран в Сенат страны. Ну, пожелаем бразильским футболистам удачи на грядущем чемпионате мира, ну а нашей сборной – победы! Инстаграм Брикстеров просматривала Светлана Еловнарова.